замечательно. Автоматический робот. Робот-пылесос. Заказывайте. Поездка на дом. Как люди летают на промоторе? Когда лень пешком точить по полю промотор, ты можешь взять его, так подвесить и потащить. Сейчас у нас будет ролик «Полет на промоторе» с аэродрома Пацуной. Сейчас мы обгоним счастливого владельца этого промотора. Тут всю неделю ждали погоды. Летал на планере сегодня, а сейчас еще поедет вот летать на промоторе. Это наши друзья из Эстонии, эстонская команда планерная. Очень хорошие ребята. Как я вам уже говорил, параплан — это счастье, которое всегда с собой, а парамотор — это счастье, которое всегда взлетает. Вылетел на станцию. Ты ушел на дикую охоту? Да, на кого? Пальцем, на лесу? Нет, будет искать этого шара. А, да? А что он дальше с ним сделает? Ну, не знаю, посмотрим. Завтра в новостях. Да шучу, я шучу. Или покажешь, где оно, где готовилось нападение на шар? Нет, я сейчас... О, я сейчас вам покажу. Я вас показал. Кило, есть побегу. А, есть и Упя, Турбут, и Линду, и Упя. Друзья, шар скрылся за рельефом местности, то есть залез в речку. Посмотрите, друзья, эти мотористы размножаются прямым делением. Вот. Был только один у нас, но к нему на всех парах учится еще один. Честно говоря, когда у тебя есть парамотор, но тебе не с кем летать, и тут ты видишь друга, ты, конечно, приходишь в глубокий восторг. Начинаешь друг друга догонять. Хочется немножко, говорят, в Литве, поиждикауте, похулиганить. Ну, чем, собственно, они и не занимаются. Ничего особо нового. Ух, смотри, какой на него. Оп. Оп, прям напал, можно сказать. Похоже, у нас будет посадка. Мотор выключен. Пилот готов. Готов, не готов, пошел. Лапы выпущены. Посадочная конфигурация. Оп. Ну, красавчик. Оу. Я к таким тратам не готов, с учетом покупки кучи планеров новых старых из-за Бенеса.
Тут как не планер, так 1000 евро. А то и две. Друзья, лечу для того, чтобы слетать на параматоре. Сейчас спрошу у эстонских пилотов, как оно. Аргаль, можно летать вообще на этом параматоре? Я-то молодой, подающий надежды пилот, боюсь. Слушай, ну параплан – это моя юность. Вот. Даже мотор прогревается. Сейчас я брошу свое моноколесо, так нагло на траверзе, и побегу. I'm ready for takeoff. Do you need a license for this? No. I have a lot of license. Ah. I'm champion of Russia in 2002. Birth of my two times. Of my little brother. Друзья, встать с промотором при хорошей комбинации всего это достаточно легко. Кнопка отключения двигателя вот. Пьем. Trimmer, mm-hmm. It's middle position. It's middle. Yeah, I think. Usually take off in center, but okay. I think middle and somewhere here. And I not use the brake. Yeah. Camera ready. Let's go. Ну что, друзья, надо прогазовать двигатель, попробовать, как он на приеме сейчас работает. Огонь! Отлично. Ну что, я готов к взлету. У меня командует копайлот мой. Погнали! Газку!